В Сыктывкаре неравнодушный очевидец ДТП не дал нарушителю, который сбил пешехода прямо на зебре, скрыться с места происшествия. Он пустился за нарушителем в погоню. В распоряжении нашего телеканала появилась видеозапись дорожного инцидента. Репортаж Антона Булаева. 1 февраля, 11 часов дня. Автомобиль с видеорегистратором едет по Сысоцкому шоссе. У пешеходного перехода машина притормаживает, чтобы пропустить людей. Однако в этот момент по левой полосе ее обгоняет черная «Шкода» и в ту же секунду сбивает женщину прямо на зебре. Банковский дом. Первый можно за деньги обучиться. Сбив пешехода, нарушитель тут же скрылся с места происшествия. Неравнодушный водитель ДТП бросился в погоню за лихачом. Его он настиг на следующем перекрестке. Ты сбил человека? Очень тесно переплетено. Разворачивайся. После продолжительных пререканий водитель все же подчинился, развернулся и вернулся к месту происшествия. Туда прибыли медики и автоинспекторы. У пострадавшей 24-летней девушки врачи диагностировали сотрясение головного мозга и травму левой руки. Виновник аварии утверждал, пешехода якобы он просто не увидел и даже не понял, что совершил наезд. Водитель объяснил это тем, что просто не заметил факта ДТП. Однако услышал хлопок. После он вернулся к пешеходному переходу, чтобы удостовериться, что ничего не произошло. Однако обнаружил там пострадавшую девушку. В отношении водителя были вынесены административные материалы по статье 12.18 за непредоставление преимущества движения пешеходам и 12.27 части 1. Невыполнение требований, связанных с ДТП. Сейчас горе-водителю остается надеяться только на крепкое здоровье и быструю поправку пострадавшей девушки. Если последствия травм окажутся тяжелыми, не миновать ему уголовного преследования. А это уже совсем другие последствия.